Привет всем! Сегодня у нас 4 ноября. Всех с праздником! Всего самого-самого доброго! У нас уже настоящая зима наступила. Ночами минус 20. Такой вот снег уже нападал. И мы тут опять приболели. В общем, в этом году иммунитет какой-то вообще никакой. Буквально на месяц назад болели и опять. Все вот саженцы присыпали снегом, чтобы не повымерзли. Яблоньки все присыпали. Пчел уже занесли в пчельник. На теплице тоже такой слой снега. В общем, вот такая вот картина. Уже зимняя. Предлагаю вам всем посмотреть, как мы укрывали нашу землянику. Привет всем! Сегодня у нас 9 октября, стоит теплая погода, и мы работаем на огороде. Цветут еще ноготки, такие вот, и подготавливаем нашу клубнику, землянику к зимовке. Делаем вот такие вот, можно сказать, домики для земляники нашего рассадника. Вбиваем колышки, набиваем вот такие вот дощечки. Наверх будем тоже такие рейки накладывать, а потом прикрывать все это укрытым материалом. В прошлом году так делали, и земляника очень хорошо перезимовала. Именно вот эта, которая такая маленькая. У нее еще и листвы не так много. Кустики вот такие вот. Это у нас Альба, Азия и Кимберли здесь растут. В прошлом году перезимовало хорошо, поэтому в этом году делаем точно так же. Вот так вот получается. И решили немного выкопать лукопарии. Здесь всего 3 рядка у нас растет. Тут один рядок сейчас выкопали, а остальные попозже. Вот такой вот лукопарий. Такие ноги выросли. Сейчас промоем их и корешки все обрежем. И занесем домой. Ну вот, подсыхает наш лучок. Такие луковички. Одну даже такую небольшую попробовали. Очень вкусный лук. Очень похож на молодую, такой зелененький весенний лук. В принципе, вот эту перо, вот это тоже можно его как-нибудь порезать, в заморозку, ну и просто приготовки добавлять. На нижнюю полку холодильника положим в пакеты и постепенно все у нас уйдет в дело, как листочки облетают. Такой вот уже листопад. Осень. Бельишко постирали. Еще кое-где, наверное, есть яблочки, надо будет посмотреть. Сегодня вот тепленько, так и пчелки даже немножко облетываются. И подготавливаем наши земляничные грядки к зиме. Убираем все вот эти вот цветоносы с ягодками. Все это лишнее, чтобы оно затем зимой, весной, в общем, ничего здесь не гнило, не прело. Потом все вот эти вот цветоносы все вот так вот обрываем вместе с ягодами. И убираем все вот эти вот сухие листочки, чтобы тоже ничего, в общем, не прело. Что-то такая красненькая ягодка.
Вот где-то ножничками, где-то руками. В этом году, кстати, меньше ягод. Именно осталось. Больше как бы созрело. Потому что землянику сеяли раньше. Именно в январе сеяли. Какую-то даже в декабре вот эту вот. Поэтому она успела, так скажем, плодоносить. Вот такие вот кустики. Мохнатые. Хорошенькие, поэтому должна перезимовать, все укроем. Такие грядочки. Там уборка на огороде идет полным ходом. Здесь тоже повыстригли листья. Не знаю, попробуем вот так вот одну. Прям прилично обстригли. А другую вот не будем. Так, здесь только уберем ягоды. Потом посмотрим, как вот сказывается то, что листву убираем больше. Как это скажется на зимовке. Поэтому проверим. И вот такой еще кустик сельдерея остался, не выкопан. Ну и рыжик, как всегда, помогает. Ходит котик. Да, рыжка? Листья лишние. В общем, навели порядки перед зимой. С той земляника, которая вот на спанбонде, с ней гораздо легче. Здесь пока траву прорвешь, очень много травы зарастает. Тут грядка, которая на земле. Хоть и пропалываешь, но все равно. Поэтому такая вот мелкоплодный, вот такой кустик прям весь зелененький. И крупноплодные. Привет всем! Сегодня у нас 26 октября. Прошел у нас небольшой дождик. И надо уже укрывать всю клубнику укрывным материалом, спанбондом. В общем, всем, что есть. Потому как ночью уже обещают до минус 6, а там в дальнейшем уже и даже снег. Укрывать буду вот черным вот этим спанбондом, на который высаживали землянику, и обычным вот этим белым укрывным материалом. И то, в принципе, хорошо подходит. Вот этот белый, он пропускает как бы влагу. И, соответственно, если будет потепление, он и выпускает эту всю влагу. Поэтому нормально он подходит для укрытия. Вот так вот прикрываю. Буду торопиться, а то так быстро темнеет. А здесь вот просто черным укрывным вот этим спанбондом уже даже снег пролетает. В общем, буду дальше прикрывать.
Ну вот уже следующий день. Ночью был небольшой снег, но сейчас он уже растаял. И вот так вот все накрыли. И таким вот укрывным белым. Такой сегодня ветреный прям день. И темным таким спанбондом, чем есть прикрылья. И наложили где кирпичи, где дрова, в общем. Ветер просто страшный ночами и днем. Цветы тоже прикрыты. Здесь у нас рос, получается, кариопсис. И вот накрыли его, не знаю, перезимует, не перезимует, но попробуем. В прошлом году вымер весь, потому что зимой было минус 50. И лук парей тоже вот так вот накрыли. Он, в принципе, хорошо зимует. Здесь два рядочка осталось на весну. В этом году очень хорошо поспели семена астр. Надо тоже их потом собрать все. Прям вообще хорошо. Может быть, будут схожие. Ну и здесь тоже и цветы прикрыты. Пускай. Может, перезимуют. В теплых регионах они зимуют, а вот в холодных, таких как у нас в Сибири, в общем, они имеют свойство вымерзать. Ну а всем тем, кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока и всего самого доброго!